Or left. Left? You leaning left? Another guy. Oh, I knew one. Another guy. Huh? It's windy. Fly away! What? Show the wall. Oh. Oh, bad. Oh, еще есть видео 15 минут. Ваша не Пикчеры не надо так снимать. У яких містах? What? Can you see me? Yeah. Все? Боже, це я ще не стає. Ні, та прощаємо. Спасибо, що прийшли. Прощали нас. Це ж буває тільки раз у 50 років. Следующий раз у сотню встретимся. Спасибо, что мы поели, а то вы не мучались. Да. Next time, в следующий раз в сотню. Да, да, батя же ждал мне. Батя сказал, еще 50. Еще сколько. Ну и все. Будем пробовать. Фаранки. Это голданский вот. Told you, все костюмы. Подожди, вот такую вот трубку. О, тут еще носки. Носки и календарь. Кто это, ласки? Да. 2008. А что это? Кто рубашку купил? Теперь у папы рубашек, смотри, еще. А это мы купили ему. А где у нас такой календарь? Только да. Где нельзя? Где руки? Да. Ну, мама дала. А где Лина? Говорит, Иисус Христос умер вам. Вот тут Лина. А тут Лина, да? Да. Вот шкаф тут. Папы, наверное, уже набор вещей. Два пики, наверное, сколько. Хорошая. Па. Я говорю, мне не подарки, мне главное, оба детки пришли, сошли. Детки, си, дом взорвать. Ты еще тщательно завернула. Папа, ты сказал, а бабушка еще это. А? Бабушка открытку подписала, написала и забыла дома. Это брату. О! Брату. Брату. Ух ты! Часы. Мама, это мне. Часы. Там тетя Люба. А это такие механические? Я думаю, что там. Да, механические. Да, тебе есть механические часы? Чем мне надо? Не надо тебе? Я тоже с ними. Я закончил. Сейчас слофон не зачем. Ты взял? Это мне тебе. Слофон заводить не надо. Батарейки менять не надо. Вот, давай, механические они дорогие. Механические. Да? О, парфюм! О, парфюм! Девчачки! А це баранки. Сам! Пошли на огонь баранки подарили. Сигары, что играли. Нет, это не сигары. О. А это что такое? Духи. Под мышками мазаться. Так, папа, мы с тобой друзья, помнишь? А, да. Я младший, часы мне. О. Папа, я младший, часы мне, да. Я папа, я младший, мне часы. Ого, уже как разговаривал. Я младший. Жека, смотри, как он present. Такие, все. Хорошо, Дайся. Все, теперь идем в снежки играть. Завтра у снежки настоящие. Сейчас все холодно липнет. А я нас гагом. Где мои санки? No, you guys would have to walk. If you're gonna go here, you're gonna carry me on. А что ты такое снимаешь? The party is over. It's snowing outside. С кем Андрей спал, Сэм? На моем кровати. С кем? С Володей? Нет. Володя зуба перебежал. Сэм, снимайся.
хорошо. Мама. Да. Семик, не помнился, Семик. Семик. А кто, он внизу здесь спал? Да, я прошла, я не знаю, или он спал и перешел сюда, или он сразу спал. Не знаю. Я пришла, он тут тебе намощено ему тут все. На маленьком диванчике и ты нас тут. Не знаю. Снег. Так. Не видно. Ручки свои забрать. Семен, пожалуйста, спать. Не выключи. Семен. What are you doing? Снег. Да, им там хорошо, там все убирается. Да ты хорошо, я не посуду. Не видно. Не знаю. Снег. Завтра, наверное, будет много. Классно. Наверное, не будет школа самая классная в мире. Школы нету. Самки приготовили. Все, спокойной ночи. Прославлять Бога. Фоткает. На том не надо плакать с фоткой. Она не фоткает. Выражение. Карина, ты фотку тоже сделала. Здрасте. Сегодня 2 февраля. И прошлое воскресенье было папа на день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Благодарю за внимание. Пожалуйста, мама. Этот стих подарила наша мама Таня для моего мужа Юрия. Юрий Юрьевич, сынок, с 50-летием тебя мы поздравляем тебя, любя. Сыном Бог нам дал тебя, ты старше всех наших детей. Ты первый из наших зятей. Много друзей на свадьбе было, что отца невесты твоей жены, приехав из деревни, удивило. Он произнес, по какому поводу народ собрался, а сам в толпе к центру пробрался. А там сочитываются дочь его и зять, который хочет дочь забрать. И он рассудил, детки выросли без меня, уже замуж выходят. Из гнездышка птенчики вылетают и уходят, а мои ноги все по деревне ходят. Но не без дела. Там старики больные были, там ему оставаться присудили. Юра, сынок, желаю, чтоб в тебя такого не было. Семью свою любовью скрепляйте. И в свое время деток сами, но с помощью Бога определяйте. И в их судьбу вникайте. Но и о наших людях не забывайте. Галатам 2:10. Чтобы не было врагу на смерть, да благословит вас Господь и даст вам радость и успех. От мамы Тани, Ванкувер, США. Ой, спасибо. Ой, благодарим. Благодарим. Сделай, Карин. Come here, Каролина. Ой, а это детки подарили нам цветочки. Деточки подарили с 50-летием. Каролина подарила, несла папе, а все купили. А что не засняли? Надо было заснять все это дело. Хватит, а что там? А ну-ка. О, стой, ну еще. А что такое лицо? А ну чуть-чуть веселее. Да. О, это вы веселее. Это с креста снятый. Давай. Ох, скривился. С
Say cheese. Так, вот теперь скривился. Не, не, ну зубы сильно не показывай. Вот, вот так хотела. Вот это сильно, мне кажется, я согну. Yeah, and it was Dad's birthday, and like they bought 50 roses because and they were не махай так. Because he's 50 years old and 50 roses. That's cool. I missed everything. I went to sleep over. I did Yashin's house. Yeah. Of course. Of course. Sorry, I'm wearing this hat. Just kind of like we just came from church, I guess. Yeah, girl. Okay, don't go too close. Там сколько это, да. At a buffet. А ну, покажи. Не, не видно круга. Чтоб видно, сколько есть. 50 роз. Можете даже посчитать. Все записывается? Мам, что? Ой, сегодня я ready for church. Она сделала хлеб. I'm 15 years old. Can you imagine? Yeah. 15 years